Последнее время начал поднадоедать Far Honor, и я решил попробовать поиграть в нечто иное. Так как в Hellgate London со мной пока никто играть не хочет, то я тут вспомнил про Mountain Blade Bannerlord. К тому же в свое время я провел немалое количество часов в первой части этой игры, Warband, так что выбор был очевиден. И если говорить наперед, я не ошибся, Bannerlord просто отличнейший сиквел, очень сильно подтянули графику, боевка стала ощущаться гораздо свежее и не так топорно. Новая система управления войсками мне очень понравилась, ну и в целом от первых игровых часов у меня остались только положительные эмоции. Так как я поначалу вникал в игровой процесс, то естественно почищал местных бандитов. Бои там не особо зрелищные. Но потом я нашел арену с турнирами и понеслось. В общем, в ролике будет этакая выжимка из турнирных боев. Приступим. Красиво. Быстро васта ли ты машешь за ручку? Блин.
настоящее копье, да. Все просто копье. Да. Come on! Давай, 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 бери щит. Щит бери. Как ты меня зацепил? Козёл. Живучий, я балдею вообще. Три удара нужно сделать, я балдею вообще. Полудурок с дурочкой остался, не вывезу, наверное. Да фак! Ну почти. Опять животное с двух. Капец, так много урона с дурочки. Ай, серьезно? Ой, фак.
Ah!
Yeah, boy.